справляет, как всегда, в пижаме. У меня уже традиция такая. День рождения в пижаме, Новый год в пижаме. И Челсик у нас боится фейерверков. Скажи, застреляли, все застреляли, моя куколка. С Новым годом, мама, с Новым годом, Челси, с Новым годом, мои подписчики. В общем, настал Новый год, наша елочка горит. И сегодня мы будем отмечать его в аскетическом стиле. У нас на новогоднем столе будет только один салат, но какой? Салат с кальмарами. И бутербродики с икрой. Вот и все. Даже алкоголя не будет. Что за Новый год? Какой был год, такой и Новый год. Челси боится, давай на другой вечер. А теперь фотосессия. Та-дам-па-пам-пам-пам. Сегодня я расскажу о том, что обычно мы готовим на новогодний стол, и покажу способ приготовления. Итак, в этот раз мы решили приготовить только один единственный салат, который мы готовим только на Новый год. Это салат из кальмаров. Что для этого нужно? Нужно отварить кальмары, рис, яйца. Все это нарезать мелко и добавить зеленый лучок и майонез. Перемешать, подсолить и можно накрывать на стол. Очень быстрый и легкий способ приготовления. Ну а так как все остальные блюда мы готовим в нашей ежедневной жизни, мы решили не париться, приготовить только один салат. Оливье, пельмени, селедку под шубой, все, что раньше мы делали на большой стол, мы решили не готовить в этом году. Еще купили лососевую икру и нарезали бутербродиков с икрой. Вот и все, что у нас было на новогоднем столе. Мы уже давно не готовим много различных блюд, потому что все это съесть за 1-2 вечера просто невозможно. И поэтому мы решили делать только те блюда на новогодний стол, которые мы делаем очень-очень редко и, скорее всего, только на Новый год. А все остальное мы будем постепенно готовить в течение января, февраля и всего остального года. Поэтому вот так вот в последнее время мы встречаем Новый год. Наступившим 2021 годом, мои дорогие подписчики, и всего хорошего и наилучшего вам в этом году. Стол. Вот такой у мамы стол. Челсик, ты довольна? А? Довольна? С Новым годом! Ура!